Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Галоўная бяспека. На выбарчых участках прымуць строгія меры, каб не допустить распаўсюджвання коронавірусу. Мы разам за Беларусь. У Вецы прайшла рэспубліканская народна-патрыятычная акцыя Федэрацыі прафсаюзаў. На ўсе 100 выпускнік гомельскай школы атрымаў максімальную адзнаку на ЦТ па беларускай мове. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Сацыяльна арыентаваная палітыка, якой прытрымліваюцца ў Беларусі, застаецца крытэрыям у прыняцці любых рашэнняў. Галоўнае не дапусціць негатыўнага ўплыву пандэміі на жыццё людзей. Сёння прэзідэнт паставіў задачу эканамічнаму блоку краіны. У гэтым годзе знешні фон для беларускай эканомікі няпросты. Каронавірус паставіў на паўзу бізнес-кантракты, знізіў сусветны попыт, стварыў перашкоды міжнароднаму гандлю. Для адкрытай, як наша, эканомікі гэта выклік глабальнага парадку. Ураду трэба будзе задзейнічаць усе магчымыя рэсурсы, каб пазбегнуць зніжэння ўзроўню жыцця людзей. Прэзідэнт упэўнены, пасля выбарчай кампаніі эканоміка зноў будзе ў цэнтры ўвагі. А самыя важныя выніковыя паказчыкі – ацэнкай працы кабінета міністраў. На лёгкія времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь. Однако ключевая задача для всех нас – вином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны. Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти 500 миллиардов рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег. Благодаря нашим общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась. Количество заболевших снижается, я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична. Этой болезнью заразились почти 15 миллионов человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры, то есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни. Пришлось снова запирать в квартирах. Поэтому во избежание второй волны, не дай бог, конечно, я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси. Но я уже предупредил, мы никому ничего не запрещаем. Куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями. Мы создали идеальные условия для отдыха в своей стране. Надо поездить по Беларуси, надо хотя бы узнать, что такое Нарыч, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща. Побывать на Днепре, на Припяти, на Немане, Соже. Что такое Полесье посмотреть? Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны, будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется. Но я никого не уговариваю. У нас созданы все условия для полноценного и безопасного отдыха. Поэтому советую, поберегите себя, своих родных и близких. Заробки, занятость и цены – три пункты особливой уваги для урада. Усе в области и Минск досягнули как минимум 1000 рублей среднего заробку. Але у особных сферах, особливо социальной, доходы повинны быть вышейшие, нацеливая президент. До того ж, неглядячи на пандемию, Беларусь не спынила вытворчасти у адрознення от многих конкурентов. И сегодня это козыр нашей экспортной стратегии. А виды на урожай дозволяют различивать на важкий уклад белорусских аграриев. Возьмите сельское хозяйство. Небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, если подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей продукции сельскохозяйственной, так это должны быть деньги в стране. Значит, у крестьян все для того, чтобы поправить экономическое положение хозяйства. Возьмите в промышленности. Мы едва ли не единственная страна, которая не остановила производство. Возьмите пример Атланта.
Спрашиваю, как у тебя дела с реализацией продукции? Говорит, такого в истории Атланта еще не было. Мы, говорит, продали в апреле-мае столько продукции, сколько никогда завод холодильников не продавал. Почему? Потому что не остановились. В Москве люди, карантин закончился, вышли, пошли в магазин. Холодильники всегда нужны. Пришли в магазин, а там наш холодильник. Неплохой холодильник. И люди начали скупать эти холодильники. Да и в Беларуси в том числе. Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? Многие так и поступают. Экономика мира сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы и так далее. А мы работаем. А раз спрос уменьшился на сырье, значит и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле. Но цены на готовые товары не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. То так продайте их, как делают это другие, и поправьте свою экономику. Ураду поставлена задача не допустить падения экономики по выниках года. Многие краины Захаде змирыліся с будущей рецессией. Для Беларуси это не выйсте. Украине подтримали предприемства и особных предпринимальников. Суммарно выдаткавали каля полмиллиарда рублей. Это льготы, надбавки, растерминовки, арендные каникулы. По некоторых артикулах суммы еще не вычерпаны. Ажно до 50%. Благодаря тем решениям, которые были приняты президентом, и которые, кстати, критиковались определенными силами. Сейчас мы видим, что эти решения были правильные. Мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем потеряли наши страны-соседи с более, так сказать, сильными экономиками. Для того, чтобы не потерять рынки, для того, чтобы вовремя успеть к моменту открытия этих рынков, мы не закрывали производство. Но, в принципе, мы сейчас имеем достаточно неплохие показатели, опять-таки, на фоне наших соседей. ВВП по итогу полугодия, валовый внутренний продукт, сложился на уровне 98,3%. За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти. У целом президент сегодня ориентовал держапарат быть больше открытым, тлумачить людям логику принятия решений. Выборчая кампания дала додатковую махчимость выучить запыты и пожаданий громадян. На их повинны обопираться у работе все экономичные службы краины. Завтра участковые выборчие комиссии начинают работу. Об супротипедемичных мерах на их ишла говорка под час посяджения областной комиссии. По словам ее старшини Алексея Неверова, на участках усе удельники выборчего процессу повинны отчувать себе максимально безопасно. Членами участковых комиссий будут проводить тренинги. У некоторых районах нават распрацовали специальные памятки. Кожного забеспечать масками, пальчатками. Громадским организациям и партиям раять так само обеспечить сродками индивидуальной обороны своих наглядальников. Рекомендовано по максимости зарабить для выборщиков особный уваход и выход с участка. Обовязково у наявности повинны быть сродки для опрацовки рук. За выкананием супрать эпидемичных мер будут пильно сачить, як подчас дотерминового голосования, так и у основный день 9 жнивня. Контроль по обеспечению средств индивидуальной защиты будет обеспечен как территориальными комиссиями районными, так и Гомельской областной комиссией. Будет постоянно мониторинг проводиться по нахождению участковой комиссии, по наличию этих средств. Ну и, естественно, даваться рекомендации, либо какие-то замечания, которые будут устраняться непосредственно в немедленном порядке. Згодно с оперативными данными Министерства по сельской господарце и харчаванні, на Гомельщине намолочено амаль 200 тысяч тонн збожжа нового урожая. Это 37% от агульно-республиканского намолоту. Зерневые культуры у регионе убраны на 20% плод. Площа при середній ураджайності 28 центнеров з гектара. Это на 5 центнеров больше летошнего показчика. Сегодня с ходом полевых работ у Добружском районе ознайомилися наши корреспонденты. У акционерном товаристве «Калининские» комбайны вышли на палетки 10 липня. Правда, это было еще не жниво. Хучей апробация техники у полевых умовах после зимы и подрыхтовчого периода. Хоть великое жадание почать работы у полном объеме было еще до этого. У отрознения от минулого года сёлета урожай зерневых
мясцовых оказался вельми добрым. Кажуть, что и надворье было спрыяльным, и догляд за культурами провели у отповедности с технологичными потребованиями. Каб убрать урожай у оптимальные термины, працовный день механизаторов начинается у 6 годин раницы. После подрыхтовки техники комбайны выезжают на палетки. На мехдворье они вертаются только каля 22 годин. По сравнению с прошлым годом урожай намного больше. В целом по хозяйству сейчас идет 37 центнеров с урожая. Вот на этом поле мы находимся, где посеяна гибридная рожь. Здесь она дает 65 центнеров с гектара. Значит, мы уже намолотили, смолотили 47% зерновых, намолотили 4660 тонн. Значит, в ближайшее время мы ожидаем тысячников. У нас подходит к тысячному рубежу 3 экипажа зерновых комбайнов и 3 водителя по перевозке зерна. Дарэчы, первые тысячники сярод комбайнеров и водителей у Добрушском районе уже не один год з'являются менавіта у Калининском. Сярод інших досягненняў – самые высокие намолоты. Сёлета, например, у господарцы уже выканали державный заказ по продаже пшаницы и жита. Для того, как максимально заховать урожай, работы на зернетоку проводятся у круглосуточном режиме. Работает зерноток в две смены – в дневную и в ночную. Ночью та же самая работа выполняется, что и днем. Сортировка, сушка. Загрузка, разгрузка складов по сортам, или там, если семенное сортируем, то семена в один склад, фураж в другой, там все остальное. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район. У Вецы прошла республиканская народно-патриотичная акция «Мы разом за Беларусь». Яна увасабляе усё, чым даражыць кожны жыхар нашай краіны. Мир, адзінства і любоў да радзімы. Арганізатары акцыі Федерация профсоюза у Беларусі подарыла гораду сапраўднае свята. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Акция «Мы разом за Беларусь» стартовала у 2015 годе. С той поры она наведала больше, как 200 населенных пунктов Украины. Мясцовым жыхарам сподобалася святочная атмосфера, а важность головной идеи отзначаются на высшейшем державном узровне. У 2019 годе Федерация профсоюзов отримала специальную премию президента Беларуси за эту корыстную инициативу. Главная цель у акции и главная цель у всего профсоюзного движения – это объединить людей, это солидарность, это единство. А когда мы вместе мы можем многое, можем работать качественнее, вкладывая частичку своей души в свой край, в свою область, в свою республику в целом. Один из головных моментов свята – узнагороджанне ветковских медиков. Апошние месяцы яны поплеч с коллегами поспяхово супрацьстояли пандемии COVID-19. Мероприемство дало махчимость широ подяковать медицинским работникам. Не только кіраўніцтву района, але и глядачам, якія стоячы им аплодировали. Насыченность свята – заслуга артистов. Акция собрала творчие коллективы из всей краины. Сярод их ансамбль «Сябры» и его незменный лидер Анатолий Ярмоленко. Для спевака, який починал свой творчий шлях на Гомельщине, выступление у Ветцы особливое. Когда ты возвращаешься к тем местам, где колись первую песню пропел, то, знаете, это всегда вот тут в сердце и с особым трепетом. Мне очень приятно, что пришло много людей послушать наше так, выступление. Насамрэч, акция сапраўды собрала шмат людей. И виткаўчане разумеют, нагода для свята незвычайная. Я всю жизнь живу в городе Ветка, и с каждым годом мой город становится все краше и краше. И мне радостно от того, что я живу в одном из самых красивейших городов нашей страны. В городе, в котором есть своя большая самобытная история. Федерация профсоюзов Беларуси отзначает, мы разом за Беларусь, показывая уникальность каждого населенного пункта нашей краины. Акция грунтуется на вечных каштовностях, тому заусёды будет актуальной. Миколай Скинсиян, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Зветки. Мэр Гомеля Пётр Кірычэнка сёння наведаў калектыў аўтобуснага парка нумар 6. Кіраўнік горада абмеркаваў надзённыя праблемы, дасягненні, а таксама адказаў на пытанні работнікаў. Першае паўгоддзе стала для Гомеля выпрабаваннем. Пандэмія COVID-19 паўплывала на ўсе сферы жыцця. Тым не менш, горад дастойна прайшоў гэты этап. Хоць экспарт тавараў і паслуг у сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй знізіўся, удалося забяспечыць станоўчае сальда знешняга гандлю. По его объемах Гомель соступает только Минску. Особливая тема для размовы – добраупорядкование. У приватности – вертикальное озеленение, якое так сподобалося гомельчанам. Скажу вам честно, было очень непросто это реализовать. Потому что, ну, если это какие-то там буквально сотня, две цветов, то, наверное, это сложности не должно ни у кого вызвать.
Но те масштабы, которые вот мы себе задали, а это более 100 тысяч штук петуний, которые были высажены этим летом в городе, это, конечно, потребовало реконструкции теплиц существующих, закупки семян. Як і чакалася, многія питанні працоўнага калектыву тычыліся абнаўлення машыннага парка. Работнікі запытваліся пра закупку сучасных аўтобусаў і іншай тэхнікі. Акрамя таго, гучалі бытавыя пытанні, якія хвалююць большасць гараджан. Другія вопросы обеспечення, дзе будуць строіцца сацыяльныя аб'екты, школы, например, вот тоже. Ну, это обычный аб'ект, обычный вопрос для таких вот встреч. Он характерен і для строителей, і для, значит, промышленного предприятия, вот и для транспортного тоже. Для выпускников средней школы лето – особливый час. Зараз в Украине в самом разгаре уступная кампания. До речи, большинство абитуриентов уже ведают свою колькость набранных баллов. И сирот их есть и те, кто справился с тестированием на все 100. За одним из таких молодых людей познакомился наш корреспондент Павел Михно. Золотый медалист 53-й школы Гомеля Яуген Доросев собирается поступать в Белорусский державный университет. Традиционно на факультет прикладной математики и информатики потребуется нашмат больше, как 300 баллов. Однако юнак годно справился с тестированием. Яуген стал одним из 78 абитуриентов Украины, которые набрали максимальную отзнаку по белорусской мове. Каб отримать добрые выники по белорусской мове, недостатково просто выучить предмет. Конечно, пленная праца даст свои результаты. Аднак трэба полюбить предмет, як гэта было у мяне. Хочется выказать великий дякуй моей наставнице по белорусской мове Светлане Евгеновне Плохотнюк, с якой мы и рыхтавалися до белорусской мовы. Народной мовы Яуген яшчэ с дзяцінства ставился с теплынёй. А калі упершыню прыйшоў на урок до Светланы Яугеновны, канчаткова захапіўся яе вывучэннем. С 7 класа хлопец регулярно даследаваў усе тонкасці белорусской мовы и стал постоянным удзельнікам школьных олимпиад по гэтым прадмете. Руплівая праца с наставником до позняга вечера – звычайная справа. Шмат у чым гэта и вызначила поспех. Падрыхтоўка до ЦТ, як вядома, патрабуе як ад настаўніка, так і ад вучня, у першую чаргу мэтанакіраванасці, вялікіх намаганняў, часу, ну і выключнага ведання вучэбнага прадмета. Сакрэт 100 балаў, атрыманых сёлета на ЦТ па беларускай мове, напэўна ў тым, что вот гэтыя вышэйназваныя патрабаванні у нас с Женем супалі. У целом централізаванае тестирование у регионе прошло организовано с максимальным захаванием принципу створения ровных магчымасцяў для всех абитуриентов. Вступительная кампания этого года характеризуется спокойной рабочей атмосферой, но со стороны абитуриентов не обошлось и без нарушений. Так, значит, один абитуриент при прохождении тестирования по математике был отстранен за пронос в аудиторию средства связи мобильного телефона. Цяпер, калі праца паспяхова завершена, Яўген плануе як след адпачыць. Хлопцу вельмі падабаецца настольны тэніс і плаванне, таму астатнюю частку лета вырашыў прысвяціць актыўнаму адпачынку і сустрэчам з сябрамі. Як гаворыцца, скончыў работу, гуляй у ахвоту. Павел Міхно, Васіль Асіпцоў, тэлерадыёкампанія Гомель. Областное управление МНС открыло первую в Украине имиджевую цирульню 101. Яна з'явилася у Гомеля по улице Комунаров. Теперь гомельчане смогут не только створить стильный образ, але и проверить веды об правилах поводина у надзвычайных ситуациях. У цирульни есть тематичная литература по пожарной безопасности для дорослых и настольные гульни из размалевки для детей. Еще у юных клиентов будет возможность помалевать на стене и доведаться об своем росте на пожарном растомере. А стрих малых будут у сапраўднай пожарной машине. Супрацоўники областного управления МНС и работники цирульни разместили QR-коды, по яких можно спамповать мобильный додаток «Допомога побач». А зарабить селфи с новой прической можно у специальной фотозоне. Цирульня 101 повинна притягнуть увагу до безпеки. На окнах и подлозе размещены символичные 5 кроков выратования. Для велосипедистов усталявана имиджевая парковка, а зала чакання оформлена яркими здымками моделей у боевой вопроцы выратовальников. На территории республики открываются различные объекты, имиджевые объекты под тематикой МЧС. Формата такого заведения в республике еще не было, поэтому мы решили проявить инициативу, сделать это мероприятие креативным и открыть первую в республике парикмахерскую 101. Ежедневно у нас обслуживаются и жители города, и многочисленные гости.
Когда Гомельское областное управление МЧС обратилось к нам с инициативой провести ребрендинг нашей парикмахерской в имиджевый объект МЧС парикмахерскую 101, мы, конечно же, с радостью согласились. Потому что мы заботимся не только о красоте наших клиентов. Тема безопасности всегда стоит у нас на первом месте. И вот в такой очень простой и доступной форме мы хотим обратиться ко всем жителям города Гомеля и еще раз напомнить им об основных правилах безопасной жизнедеятельности. Гэтая, а так само іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі Гомель вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле изъята крупная партия спиртосодержащей жидкости. В поле зрения сотрудников отделения по борьбе с экономическими преступлениями Новобелецкого райотдела внутренних дел продавец суррогата попадался неоднократно, за что задерживался и подвергался административному наказанию. И в этот раз на даче в сарае для животных было обнаружено 9 пластиковых 5-литровых канистр с жидкостью, имеющей запах спирта. Кроме того, в автомобиле гомельчанина нашли 15 литров фальсификата, уже разлитого по емкостям. Но основная партия была спрятана в подполье гаража. Там ожидала реализации 31 5-литровка. В общей сложности было изъято свыше 200 литров спиртосодержащей жидкости, которая направлена на экспертизу. По ее результатам правоохранителями будет дана правовая оценка действиям бутлегера. Очередное ДТП с участием велотранспорта. На восточном обходе в Гомеле под колеса автомобиля попал велосипедист. Авария произошла накануне примерно в 21:30 на пешеходном переходе. Велосипедист не спешился, как того требуют правила дорожного движения, а водитель в нарушение все тех же правил хотел проскочить. После осмотра медиками пострадавший велосипедист был отпущен домой. Пожар в Рогачевском районе унес жизнь человека. 22 июля спасатели ликвидировали пожар в кирпичном двухквартирном жилом доме в агрогородке Курганье. В результате возгорания уничтожено имущество в одной из квартир, повреждены кровли и потолочное перекрытие дома. Спасателями на полу в жилой комнате был обнаружен хозяин, инвалид первой группы, без признаков жизни. Рассматриваем версию причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. МЧС напоминает, курение постели приводит к печальным последствиям. В деревне Озерщина Речицкого района работники МЧС тушили загоревшуюся солому. Сообщение о пожаре поступило накануне около 6 вечера. На территории МТФ загорелся тракторный прицеп с рулонами. В результате пожара уничтожено 2 тонны соломы, поврежден прицеп. Пострадавших нет. Основная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Внимание! Розыск. Гомельчанин подозревается в нанесении нескольких ударов ножом случайной прохожей. Следователи устанавливают свидетелей ночного нападения на 23-летнюю жительницу Речицы. В райцентре на улице Сытько в ночь с 29 на 30 июня нетрезвый мужчина беспричинно нанес несколько ударов ножом незнакомой девушке. Потерпевшей удалось убежать и обратиться за помощью. Позднее она была госпитализирована. Через несколько часов подозреваемый 23-летний гомельчанин был задержан. В отношении молодого человека за покушение на убийство из хулиганских побуждений возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и обращаются с просьбой гражданам, располагающим соответствующей информацией, сообщить об этом по телефонам, которые вы видите на экранах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель проиграл Дзержинскому «Арсеналу» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Болельщики на трибунах стадиона «Центральный» увидели только одно взятие ворот. На 85-й минуте Артем Мираевский пробил без шансов для Олега Ковалева. Таким образом, по итогам первого круга зелено-белые располагаются на 5-м месте. Отставание от лидера речицкого «Спутника» 8 баллов. Гомельский «Локомотив» на 3-м месте, Светлогорский «Химик» на последнем 14-м. «Славия» и «Руха» откроют игровую программу 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Игра пройдет завтра на поле Брестской «Дружины». Начало в 18:00. В турнирной таблице хозяева поля на 9-м месте, мазыряне на 11-м с отставанием в 3 балла.
Гомельская мини-футбольная команда ВРЗ вышла из отпуска и сразу же представила новичков. Во вратарской линии компанию Юрия Дегтяренко составит Сергей Давидович. Воспитанник Борисова 900 провел высшие лиги и кубки страны в общей сложности 110 матчей. Из Гродненского УВД «Динамо» в стан вагоностроителей перебрался Дмитрий Шимановский. Минувший сезон игрок начинал в Оршанском «Витене», а завершал уже в рядах «Динамовцев». Также теперь в составе ВРЗ трехкратный чемпион Беларуси. Соглашение с командой подписал Максим Воронин. Минувший сезон футболист провел в чемпионате Казахстана, где выступал в рядах «Актобе». Сегодня в Гомеле на грибном канале в Якубовке стартовали областные олимпийские дни молодежи по гребле на байдарках и каноэ. На протяжении двух дней будут состязаться спортсмены в возрасте 16-17 лет. Лучшие ребята в составе сборной региона отправятся на республиканские олимпийские дни молодежи. Они пройдут в Заславле с 11 по 14 августа. Нынешний сезон гребцы начали позже обычного, а потому календарь очень насыщенный. Гомельчане на всех стартах в лидерах. Уже прошли Кубок Республики Беларусь, это среди взрослых, и прошло первенство Республики Беларусь, где, в принципе, достаточно высокие результаты показали, как взрослые спортсмены, это частично, но в большей степени национальная команда нашей Республики Беларусь, где более 50% спортсменов Гомельской области. И первенство Республики Беларусь недавно закончилось, также в Минске проходило, где уверенно гомельская команда области выиграла командное место, привезла кубок в город Гомель. Уже в конце июля, начале августа пройдет чемпионат страны среди взрослых, где будет отбор на Кубок мира, который может состояться осенью. У юниоров ближайшие старты – это спартакиада детско-юношеских спортивных школ и Олимпийские дни молодежи. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».